Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино, сообщает ТАСС. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Картина «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова длилась всего 7 минут. Первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. До 1991 года в СССР ежегодно снималось до 200 художественных лент. Большая часть из них приходилась на РСФСР. В России ежегодно проводится более 100 кинофестивалей, смотров и недель кино. Наиболее известные кинофестивали, которые получают господдержку, это «Кинотавр», Московский международный кинофестиваль, «Окно в Европу» и «Киношок». Ежегодно проводятся церемонии награждения премиями за достижения в области кино. «Ника», «Золотой орел», «Лавровая ветвь». Среди отечественных фильмов, удостоенных премии «Оскар», «Война и мир», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» и «Старик и море». На Венецианском кинофестивале главной наградой «Золотой лев» отмечались работы режиссеров Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Звягинцева и Александра Сакурова.